Медицинский распахнул свои двери в юбилейный 70-й раз. Так встречают своих первокурсников. А их по статистике 1100 новых из 30 регионов России. Ребят приветствовал руководящий состав вуза во главе с ректором Ириной Шереметьевой. То, что вы стоите сейчас здесь, это, конечно, непросто. Этому предшествовал огромный труд, множество полученных знаний, хорошо пройденные испытания. Это большой отбор, сложный отбор. Вы его прошли, и теперь вы здесь. С новым учебным годом медицинский вуз также поздравил глава региона Виктор Томенко, а первокурсников нарекли губернаторским курсом. Труден первый шаг и, наверное, скучен первый путь, но без того, чтобы создать базу, для того, чтобы создать основу для дальнейшего развития, для творческого подхода в своей работе, нужно очень много, кропотливо, очень внимательно, ответственно, иногда ограничивая себя в чем-то остальном, сосредоточиться на учебе и на получении знаний. Кстати, студенты и преподаватели с нетерпением ждали этого дня. Физическая и моральная усталость – это постоянный компонент нашего существования в медицинском университете, но скажу, что занятия активности, которые дает нам вуз, в том числе вся студенческая жизнь, это все дает тебе столько энергии, которая окупается вдвойне. Если честно, ждал все лето, скучали по студентам, и сегодня такое массовое событие, вот когда мы вышли на сцену петь гимн, когда мы увидели 1000 студентов, ну прям дух, прям тряслись руки, и понимаешь, что скоро ты встретишься с ними уже не здесь, а за партой будешь с ними изучать науку, медицину, и это тоже вызывает такой восторг. Пусть над тобой горит алтая свет, наш медицинский университет. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.